Здравствуйте, дорогие любители годных ICO. Мы продолжаем серию видео про Bitnautic, и сейчас мы рассмотрим детали токен сейла. Итак, символ BTNT, BTNT токен, стандарт ERC-20. Всего будет сделано 50 миллионов токенов. На продажу будет выставлено 35 миллионов токенов. Поддерживаемая для покупки валюта – это Ethereum. Странно, кстати, что только Ethereum. Softcap – 5000 Ethereum. Hardcap – 50 тысяч Ethereum. Мне кажется, без проблем. Softcap будет собран. Начало pre-ICO 1 мая, начало ICO 1 июня и конец в конце июля. То есть 2 месяца будет длиться этап ICO, и 1 Ethereum равен 500 коинам BTNT. То есть на момент снятия видео Ethereum там крутится, ну эфир, крутится около 500-600 долларов, то есть плюс-минус 1 Ethereum равен 500, ну, точнее, 1 токен BTNT равен 1 доллару, скажем так. И поэтому хотят собрать разработчики данного проекта 50 миллионов долларов. Довольно неплохая заявка. Ну, 5000 Ethereum — это вообще не серьезно для данного проекта. Мне кажется, они без проблем его соберут. А вот 50 тысяч уже посмотрим. Далее мы видим бонусную программу. То есть от pre-ICO с бонусом в 30% будет бонус все уменьшаться, 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 уменьшаться. И, наконец, ICO уже не будет никакого бонуса. Здесь далее мы видим распределение токенов. Вот в этих двух схемах вы можете перейти по ссылке в описании на данный сайт и получше рассмотреть эти две диаграммы. В следующем видео мы рассмотрим с вами roadmap. А на этом, я думаю, можно заканчивать. Всем удачи, инвестируйте свои деньги правильно.